В Томской области утвержден прожиточный минимум на следующий год. Если сравнивать с текущим годом, то в 2022 он увеличится на 305 рублей и составит 12 523 рубля. При этом для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 13 650 рублей, для пенсионеров – 10 770 рублей, для детей – 13 250 рублей. В 2021 году величину прожиточного минимума начали рассчитывать по новой методике. Раньше прожиточный минимум утверждали ежеквартально с привязкой к стоимости потребительской корзины. На данный момент показатель устанавливают на весь год. Прожиточный минимум определяется в зависимости от среднего дохода за предыдущий год. По мнению специалистов, ежегодный пересмотр размера прожиточного минимума, а не ежеквартальный, как это было до 2021 года, поможет защитить его от колебаний и возможного снижения. Напомним, сумма прожиточного минимума влияет на размер пособий.